Полиция Павлодарской области начала расследование по факту смерти семерых жителей поселка Иртышск. Сельчане скончались после употребления неизвестной жидкости. Тела троих обнаружили дома, еще четверо скончались в больнице. Одного из них транспортировали в Павлодар в крайне тяжелом состоянии, но спасти пациента не удалось. По данному факту ведется досудебное расследование. Назначены экспертизы. Специалисты выясняют состав жидкости. Из четырех доставленных граждан один умер в приемном покое, двое находились в реанимации, позже скончались. Один был транспортирован в третью городскую больницу в отделении реанимации 29 мая, он тоже скончался. Предварительный диагноз был отравление неизвестной жидкостью.